не было. Чех, представитель Петр Романович Лосовец. С участием латвийской стороны предоставлена возможность военно-гражданской администрации, с участием Сергея Гайдая, вот эту помощь, 200 таких вот пакетов для жителей Сиротина, Воронова, Новоайдарского района. Здесь находятся гигиенические пакеты, вот, бытовая химия, вот, конфеты, сладости. Вот сегодня наш украинский народ накануне праздника Рождества, хочется семьям что-то сделать приятное и конкретно необходимое для, ну, конкретной жизни, что-то такое масштабное, но что-то такое, чтобы эти люди не чувствовали себя сиротами. Это тоже великий дякую. Да, да, вот так.